Всем большой-большой привет. Ребята, всем большое спасибо, что смотрите, пишете. Спасибо огромное. А сегодня мы будем готовить такие варенички с творогом, как ракушки. Вот такое название у них. Нам понадобится. Тоже делается очень просто. Понадобится два вида теста. Вот два одинаковых. Только в одно добавляем какао, в одну половину. Для этого теста понадобится вот для такой нормы. На 120 грамм муки, 50 грамм водички, половина яйца и ложечку подсолнечного масла. Это на, и сюда также, потому что тут добавляем какао, а на это количество здесь добавляем ложечку муки. Еще понадобится творог, обыкновенный творог. Мы сюда добавили чуть-чуть соли и чуть-чуть сахара, больше ничего не надо. И сейчас будем делать варенички творог. Раскатываем эти коржики в одинаковых размерах. Вот темное раскатали, вот такое тоненькое должно быть. Оно полежало, там подсолнечное масло, оно не рвется. И сейчас катаем такого же размера белый коржик. Теперь на беленький коржик ложим черненький. И это все раз, еще разок надо будет раскатать. Вот смотрим, раскатали, и теперь туго-туго сворачиваем это все дело в рулетик. Туго-туго. Вот скатанный. А теперь мы его еще вот так, чтобы они все слои соединились. Вот такой вот должен быть, такая колбаска. Теперь будем резать колечками. Вот мы разрезаем, потом вот это раскатаем. Вот они, такие должны быть. Разрезаем до конца и чуть-чуть подкатываем, как вареньки, будем уже лепить. Вот, ребята, мы раскатали. Они все получатся разные, как ляжет полосочка. Такие все раскатываем. То все, что лежит, надо накрывать, чтобы не заветривалось. Сейчас сюда налаживаем творог и делаем варенички. Оно, тесто должно быть тоненькое, вот такое вот, частями, потому что подсыхает, ветривается и уже не слепите. Очень красивое, очень вкусное с творожком. Все, начинаю лепить. Видите, какие получились. У нас вода уже закипела. Идем их варить. И вот наши варенички, как ракушки, готовые. Еще чуть-чуть их посыпать сахарком. Кто-то может не сыпать. Это как вариант. И вот такая красота. Можно со сметаной, с маслом, смазанное сверху, сахарком. И вот они, варенички, как ракушки. Очень вкусные, с творогом. Смотрите. Красота. Делаем детям радость. Приятного аппетита. Всем пока-пока.